Пожалуйста. Вениамин Валерьевич, вот смотрите, вопрос первый. Вот вами была озвучена реплика, что во время экспериментов с транспортом вы будете подбирать замену. А вот период того, когда у вас что-то не получится, а это исключать нельзя, скорее всего, это будет именно так, то кто будет осуществлять перевозку? Силы умов не хватит, коммерсанты обидятся на вас, уйдут, это раз. Второй, вот с коллегами, с Галиной Владимировной, в частности, хочу поддержать ее вопрос. Смотрите, ладно, русскую кожу мы оставим в сторону, но ответьте мне, Галина Владимировна, ответьте мне на вопрос. Вот жители новостройки, у нас деревня Недостоева, часть городища, которая прилегает к русской коже, а как они будут добираться? И опять я хочу сказать, у вас безобразный подход к депутатам. Почему у вас опять материал розданный вверх? Почему у вас опять 66-я указано, что он будет закрываться? Там есть материал в полном объеме. Есть первое, то, что мы высылали, и потом дополнение, которое делали к совещанию. Сейчас я смотрю, написано 66-я будет закрываться. Написано, вот, а зачем у нас этаж отходит? Третий раз вы собираете нас по транспорту, третий раз вы нам подаете какие-то неисправные материалы. Ну что это за отношение? Мне показали тот материал, который... Ну вот, я сейчас смотрю на 66-я, закрыть, что за русским языком где-то. Я дал обращение, я разберусь, потому что я проверял, мне показали тот материал, который дан сюда на комитет, там изменённый. Смотрите, и все, что о чем мы говорили, мои коллеги говорили, я забегаю вперед, вы ни один вопрос не учили ни у кого. То есть вы собирали слушание, мы вам что-то говорили, час-полтора говорили, вы обещали все учесть, но ничего не учли. Вот первый вопрос, это вот, как вы планируете, когда что-то не получится, какая-то ситуация, второй вопрос, все-таки... Новостройку и часть Недостоева нам нельзя оставлять без общественного транспорта. Там преимущество пожилые граждане, им надо добираться как минимум в 5-ю больницу, это Приокский, ВКБ, это Конище у нас, кардиодиспансер. Далее, вот у меня вопрос. Вы очень много говорите про 17-й, 98-й, 21-й по 34-й. У вас есть переводчик господин Кочеряк, 90-й маршрут. Но разве она не будет составлять конкуренцию 21-й по его нынешнему маршруту? Дальше, также я не увидел ответов с транспортным обеспечением БСМП. То есть мы вас спросили, я и кто-то, Лариса Ивановна, Захаров, Алексей говорит, тоже не отразили этот момент. Дальше, вы убираете 82-й маршрут с Недостоева, оставляется 30-й автобус. Да. Сейчас довольно популярны 30-й и 82-й, то есть они оба набиваются достаточно плотно. Вопрос, убираем 82-й, что будет с 30-й, насколько единицы увеличится, будет ли это удовлетворять, сохранится ли тот временной интервал. Вот эти все вопросы, которые я сейчас озвучил, а даже их не часть, вы задавались вам на слушании, которые вы собираете. Но ни один вопрос не нашел отражения, ничего не изменилось. И более того, я повторюсь, подход как бы к информированным депутатам, как всегда, на нуле у вас. Ну, я постарался запомнить все вопросы, которые вы задали. Начну с того. Хочу начать с того, что мы не эксперимент проводим, а решаем как раз те вопросы, которые мы обязаны решить. Мы обязаны решить вопрос по маршрутам, у которых заканчивается свидетельство 11 января. Именно с этого, с этим связаны эти изменения. Вот я еще раз хочу подчеркнуть, что изменения, которые сейчас мы обсуждаем, они связаны именно с окончанием свидетельств. Это первое. Второе, еще раз подчеркиваю, что наша задача сейчас сделать так, чтобы организация вот этих всех замен, чтобы мы организовали все перевозки по заменам, в частности по 16-му автобусу, чтобы мы организовали это до Нового года. Если я увижу, что у нас в октябре месяце это не получается, значит будут организованы другие маршруты коммерческие, которые мы будем отыгрывать. У нас будет время для этого. То, что вы говорите, там обидятся коммерсанты, кто 33-й там, я не хочу сейчас об этом говорить. Но, по-моему, вот те изменения, да не по-моему, те изменения, которые мы делали, в частности по отменам, мы согласовывали со всеми перевозчиками. Все перевозчики об этих изменениях знали. Есть сейчас два запроса по изменениям, по которым я еще не говорил. Вот по изменениям сейчас запросили перевозчики. По отмене ни одного запроса не было. Что касается 82-го маршрута. Значит, маршрут очень своеобразный на самом деле.
Мне не очень понятна роль этого маршрута, который с Октябрьского городка через радиоакадемию в противоположную сторону вывозит людей в Недостоево. Да, конечно, нужно. У нас нет сообщения Октябрьского городка, мельзавода, Михайловское шоссе, с Московским районом, с Недостоево, с Приокским. Туда нужно однозначно запускать транспорт. Плюс ко всему нужно решать проблему, о которой говорят жители Михайловского шоссе. Много очень запросов идет по школьникам, которые живут на Михайловском шоссе и ходят в школу в 22-ю, ну, 54-ю там еще есть как пройти, в 22-ю непонятно, как они ходят. Если раньше там когда-то в старые времена пропускали через училище, сейчас никого не пускают. Вот там нужно организовывать маршрут. И тогда жители Октябрьского городка, жители мельзавода, жители Московского шоссе могут выезжать в район Московского района, в Недостоево, в Приокский. То есть вот этот маршрут однозначно нужно создавать. Я уже разговаривал с перевозчиками, кто готов дать предложение, это не значит, что он там будет. Но чтобы на торги такой маршрут. А 82-й, как я уже сказал, ну, с Октябрьского городка ехать через полгорода в Недостоево, ну, наверное, это люди, которые либо очень влюблены в наш город и с удовольствием ездят на общественном транспорте, либо те, которые, ну, реально, грустно об этом говорить, которые не могут заплатить за пересадку, у которых нет денег, и они просто вынуждены совершить вот такой вот круг, чтобы попасть в тот район. Ну, что вы сейчас говорите? Что вы я вам объясню, вы, если бы вникали в проблему, вы бы ее знали. 82-я маршрутка создавалась не для Октябрьского городка. 82-я маршрутка создавалась как дублер 9-го троллейбуса. Для того, чтобы возить Недостоево. Я же вас спросил, как будет отразиться на работу 30-ки. Вы мне начали рассказывать с нашествием Батыя на Рязань. Зачем вы так долго отвечаете? Вы поймите, вы в корень изучаете, прежде чем переходить к таким радикальным изменениям в транспорте. Ну, они на самом деле, в принципе, отчасти даже больше косметические. Потому что, как вы обосновываете, забираете у коммерсантов, тут, ну, собственно говоря, закрывается три маршрута, а просто перебраться с автобуса одного на другой. Ничего такого нет, просто вносится какая-то смута. Закрытием одного, открытием другого, такого же, в принципе, никому не нужно. Та же эпопея с 21-го. Сделали так, изменили, он не пошел, сделали так. Сейчас, ну смотрите, он не ходит правильно, поэтому может менять каждый день, в принципе, что. Сейчас вы хотите... По-моему, это как раз было тоже. Да, это предложение, но его надо не максимально приближенным к 34-му. Если вы убрали 34-й из Недостоева, дайте аналогичный маршрут. Пускай он называться будет хоть 55-й, хоть 56-й, как вашей душе угодно. Да, но его надо не приближенным, а максимально сделать таким же, как 34-й. И отвечайте, пожалуйста, конкретно. Убираем 10 единиц 82-й с Недостоева, сейчас у 30-ки 15, будет 20. Вот все, краткая сестра таланта.